маэстро Пьер Карден. Доволен с прохождением этого показа. Во-первых, и моды интересные. Интересное настроение людей даже поднимается, как это по залу сужено. Так что вполне хорошее впечатление осталось. Замечательно. Там уже не первый раз видим его коллекцию. Но это сильнее коллекция, чем вот первый раз он когда прилетал. Когда на Fashion House показывала в ресторане Яр. И там тоже была отличная коллекция, но это побогаче немножко. Одни эмоции. Успехов им дали и процветания. Я получила огромное удовольствие, и я думаю, что то, что я увидела, я немножко для себя почерпнула информацию. То есть я немножко, может быть, пересматривать буду в дальнейшем в своей работе, ну, в разработке изделий, моделей. В общем, он в меня вселил новые идеи, так скажем. Очень понравилось. Красивая, яркая, свежая коллекция. Много красок красивых. Очень хороший, настоящий художник, цвет хорошо чувствует, отношение колоритное. Изумительно, человек 21 века, 90 лет делать работы 21 века, это приятно. Сколько таланта, сколько гениальности, сколько чистоты, сколько веры. Очень понравилось. Сейчас еще продолжается, что-то. Сейчас еще будет мюзикл позанимать. Потрясающее платье, отличная постановка. Просто изумительно. На одном дыхании смотрю. Вот очень красивые модели, и зал принимал отлично. Спасибо большое. Моде, но как потребитель могу сказать, что очень красиво. Особенно вторая часть и все, что связано с вечерней одеждой, с вечерним костюмом, мужским и женским, потрясающе. Пьер Карден – просто душа, костер, энергия, масса оптимизма, жизни. Стойкость, вообще учиться нам. Респекты. Такое уважение к нему. Очень красиво, это действительно праздник жизни, и, в общем-то, хотелось, чтобы такой был почаще и посвящены. Показ великолепный, были удивлены многими моделями, но, конечно, это нет слов. Реально практично носить и одеть, и выйти с того из этих платьев можно. Игорь, а в каком наряде вы хотели? Знаете, я думаю, что есть смысл посоветоваться с кутюрье, наверное, самим, потому что он может что-то рекомендует конкретно под человека. Вот мы планируем осенью выступать в его зале Space в Париже.
совершенно на осеннюю. Мне очень понравилось, и понравились и платья, и очень обувь хорошая. В нашем женском понимании балетки. Да, да, кстати, балетки. Балетки просто, просто превосходные, были разных цветов, мы все сидели вот здесь вот, видели более близко это все это. Балетки, это были балетки, очень симпатичные, разных цветов. Просто я бы все представила под все наряды, эти балетки, я бы все бы взяла. Здорово. А сколько будет антракт? Уже заканчивается, наверное. Великолепно. Мы в шоке просто от этого показывать. Как можно выразить словами то, что сегодня увидели. Четыре часа с перикарденом и... очень плотно проработали в нашем университете. Многих студентов, многие молодых дизайнеров он просмотрел. Был шок не только для, я думаю, что для всей Москвы, не только для студентов. Очень интересно, очень стильно, очень необычно. Конечно, это коллекция чуда, я сказал, видел, видел очень интересно, хотел, чтобы таких коллекций больше было у нас, в России, и, конечно, чтобы Кардан часто уже у нас в гостях был. Он замечательный, он действительно чудесный, замечательный профессионал, высочайший, талантливейший человек, и вот вся его, как говорит молодежь, фишка, да? Вся фишка в том, что он владеет массой потрясающих вещей. Да? Понравилась вам, да, коллекция, очень. Да? Понравилась коллекция, понравилось вообще все, что он делает. Все. Но главное мне, как театральному актеру, конечно, очень нравится, что он бесконечно любит и предан театру. Спасибо, очень понравилась коллекция, особенно летняя. И все это очень органично, все это... настолько красиво и безупречно, что я уже восхищаюсь всех. Знаете, когда я пришла сюда, когда увидела начало, музыка меня впечатлила. Очень интересный интерьер и хор детский очень понравился. Их пение вдохновило. И постановка была необычайно красивой. Она отличается от обычных показов. Вот это несравнимо. То есть это что-то необычное, что-то новое, что-то интересное.